Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами очередной тест мега имбы на сегодня самого топового героя по всем показателям. Зашли мы не на тот сервер, нам надо на Castle Clash. Сегодня я вам решил заснять героя, которого я вчера сделал. Это переделанный полностью вот такой вот зефир. 10-10 огненка, ребята, многие просили показать на максималке, что он может и зачем здесь огненка. Герой имеет иммунитет к молчанию. К молчанию, забору, заморозке. В общем, куча иммунов разных. И у нас он с такой вот чарой 7-7. Максимальный дефный вариант. В принципе, как бы можно было бы сюда поставить еще победный, он бы еще урезал. Да, ну нам, в принципе, этого хватает. Режет 55%. Питомца, ну, можно любого поставить. Давайте затестим его еще вот такой вот с Дрого. Интересно будет посмотреть. Дрого сам по себе еще дополнительно дает щит 65%. То есть такой вариант. Можно было бы еще и победный поставить, но пока тестим такую сборку. Плюс 70, ребят, плюс 70% жизни. И 10% восстанавливает. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится, сколько реально у него жизни. По снаряге сразу показываю. Он у нас нестандартный. Он был у меня с уклонением. Но вчера я вытащил две точности на него. И сегодня у нас будет такой вот тест самого точного зефира. Можно еще добавить точности ему за счет эмблемы, но я хочу попробовать такой вариант, как вариант для битвы гильдий. Сейчас мы пойдем в рейды, посмотрим, потом по локациях и определимся, что же все-таки лучше, уклонение. Я еще сюда поставлю, попробую как вариант победный, чтобы максимум собрать дефа. Но, конечно, мы потеряем 70% жизни, это немало. Но есть плюсы, он не будет, он будет все время отражать, вот как видите, с Дрого, сколько он там получает, сейчас мы увидим, пусть Дрого сработает, сколько, 12600, ребят, когда Дрого работает, жесть. Ну, то есть, по сути, его, даже если будут попадать, сейчас мы посмотрим, что у нас получится в итоге. Давайте я себя вот сюда перенесу. Мне интересна такая сборка, она будет, он будет уходить в инвиз. То есть, лучше, конечно, вариант выживания плюс маскировка. Но здесь входящий урон режется, как видите, вообще просто бешено. 12600. Офигеть. Плюс, как видите, он имеет отхил. Сколько у нас отхил? Если 10%. Сколько ты там хилишь? Не видно толком. Не вижу удара. 336. То есть у него 3 миллиона, почти 3-4 миллиона жизни. Входящий урон по 12 тысяч. Офигеть. Ну вот представьте, сколько они будут его долбить. То есть он еще хилится за счет своего скилла, плюс 53 тысячи, плюс каждый удар он отхиливает 336к. Это 30 ударов надо, чтобы ему нанесли. В принципе, зачем уклонение? Вот реально, если так посмотреть, нас бьет Фрея, нас бьет вражеский Зефир. Так, оса, ну здесь не топовый дефный вариант. Давайте поищем с Фрэнком. Мне интересно с Фрэнком все-таки посмотреть. И с водушками. Так, смотрим. Землеройка, ворожей. Фрея Космо. Это тоже не то. Надо Фрэнка. Фрэнк. Стрелок, Фрэнк, Фрея Космо, Зефир. Попробуем через Зефира напасть. 12600. Блин, ну это реально круто. Даже если он будет в стане, он сейчас, пока они будут его бить, я думаю... За счет таланта сейчас мы посмотрим, как он будет дальше выживать. Вот плюс 336. Опять начинают дамажить. Блин, жесть. Каждый 10 ударов, и он себя, по сути, на фул отхиливает. А 10 ударов он с инвиза за счет скорости атаки. Ну, я не знаю, там раз.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он себя на фул нафиг отхиливает. Офигеть, это при том, что мы еще не били питомца. Ну, не били, не убили всех юнитов. Просто обалденная тема. Ну, не знаю, мне такая сборка реально нравится. То есть, можно будет попробовать тест его сделать на битве гильдии, посмотреть, как он себя в итоге покажет. Реально хорош. Даже уклонение, я не знаю. Зато вот плюс, на битве гильдии будут по нем попадать, отражалки будут идти всегда, это раз. И во-вторых, он будет попадать по всем. Так, стрелок, Анубис, не, немножко не то. Так, землеройка, стрелок, Асура, тоже не то. Зефир, Фрэнк, стрелок. Ну, давайте попробуем. То есть такой вариант, блин, наверное, один из топовых будет. Его реально сложно убить. Нет, тут какие-то печальные у него прокачки. Давайте еще немножко поищем и пойдем на другие локации. Надо найти с водушками всех. Что-то когда надо, никого нет. О, смотрите, какая раста Фрея. И две дырки. Где эти дырочные берутся, я не знаю. Так, смотрим, его атакуют все. Здесь, конечно, Фрэнка жалко нет. Вот смотрите, что он делает. Он себя просто, он там 4-5 ударов наносит, он восстанавливает 1,5 миллиона. Плюс он еще будет сейчас хилиться скиллом. Когда он добьет, обалдеть просто. Посмотрите, как он хилится бешено. 10%. Я офигею. Но реально, я даже не вижу смысла ставить сюда победный. Он просто уходит в инвиз, и он себя за это время просто отхиливает. Кайф. Они ему ничего не могут сделать. Там тоже 30-й зефир. Тут только надо искать сейчас расту с Фрэнком, на которой он будет получать люли. Так, отлично, Фрэнк. Блин, зефир не заряженный. Стрелок. Попробуем через зефира. Может, здесь хотя бы будут его убивать. Ну, смотрите, отхил, 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 и он фуловый. Просто капец. Фрея, стрелок. Ну, я уже не знаю, что тут. Вот ушел в инвиз, и сразу отхил, 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 и он опять фуловый. Это просто неубиваемый получается. Он там недомогание сработало. Да, есть у кого-то недомогание, сейчас посмотрим, что будет. Отхил, 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 капец. И вот так вот, ребят. Вот такая вот сборка, и он просто неубиваемый. Ставить ему даже выживание, думаю, смысла нет, так как здесь просто режется в разы урон, и результат, как видите, налицо. Уклонение, по сути, ну, уклонение тоже. Вариант с уклонением, понятно, по нем даже меньше еще будут попадать, но этот хотя бы долбить будет. Этот будет и попадать. То есть на многих вариациях. Так, опять тот же самый. Давайте еще кого-то одного и пойдем на другие локации. Этот будет всегда попадать. Миссовать он не будет. Это реально радует. Я его ради битвы гильдии, в принципе, и качал. Зачем тут осу ставят? Я не знаю, зачем она там вообще нужна. Землеройка, Фрея, не, совсем не то. Что-то одни и те же попадаются. Тут Фрэнка нет. Странные какие-то такие расстановки. Вот Фрэнк есть, 30-й. Ну, попробуем. Ай, надо было нападать через зефира. Ну, сейчас юнитов сольет.
Заодно и посмотрим. От него уклониться, по сути, нельзя. Как видите, он бьет, но я не вижу пока миссов ни у кого. Я еще потестирую его потом на PvP локациях, но от него реально увернуться нельзя. Сейчас он юнитов добьет. И начнется самый трэш. Отхил, отхил, отхил. Просто капец. Два, три, четыре, пять. Да уж. Вот вам, ребятушки, зефирка. Так, окей. Поехали на PvP локации. Поехали, посмотрим, что там у нас на арене есть интересного. Сейчас обновим, посмотрим, может кто-то есть такой. Мега-мега интересный. Ну, с точностью, я вам скажу, мне он нравится. Я ожидал, что уклонение все-таки будет получше, но я не вижу пока, чтобы мега-мега его там убивали без уклона. В принципе, нормально тащит. Что так его не пробивают, зато он попадает по всем. Ну, посмотрим, посмотрим. Надо смотреть на PvP локациях больше, что в итоге у нас получится, но действительно он хорош с точностью. Было бы неплохо кого-то с фуловым уклоном встретить, но это вряд ли. Посмотреть. Ну, никто даже не уворачивается. Просто тупо по всем попадает. Интересно, еще и на Ронина будет глянуть. Надо будет на себя понападать. Посмотреть, что в итоге будет. Так, ну давайте что-то интересное. Блин, видите, нету противников прям таких, чтобы мега-мега-мега. Еще будет интересно посмотреть на отражалки. Вот я хотел бы посмотреть, как он будет против 6 героев с отражалками. А сможет ли он себя на максимуме отхиливать или нет? Ну, посмотрите. Просто кайф. Так, ладно. Нету у нас тут, к сожалению, прям таких противников. Жесть, он просто не дает им возможности. И по нем, кстати, посмотрите, по нем до сих пор миссают. Конечно, 30-й прорыв, то есть уклона все равно немножко хватает, все равно миссуют героя. Ну а он попадает, просто попадает. Интересно будет посмотреть на него, на гоблине, вот тот, который миссуется, вот посмотреть в лабиринте, как там будет. Кого Ронин 35, но у меня у кристалла меньше жизни. Ронин затащит походу. Ладно,
Ага, поехали на ЗБшку. Сейчас поищем здесь хороших каких-то противников. Вот есть. Так, форму. По нем до сих пор миссает, но он просто не миссает ни по ком. Я не знаю. Ну тут он, конечно, с огником может долго воевать, вряд ли он огника убьет. Но миссы вообще не проходят. То есть он попадает полностью все. Блин, круто реально. Нифига себе. Ну не знаю, вот просто уклонения никого не спасают. Честно скажу, мне вот этот Зефир, наверное, больше нравится, чем даже Зефир с уклонениями. С уклонениями тоже классный, но этот просто великолепный. Его убить, ну, я не знаю. Наверное, нереально. Сейчас попробуем еще попытки потратить, найти каких-то противников хороших. Если повезет, конечно же. Но это просто пипец. Просто без вариантов, ребят. Он попадает все полностью. Офигеть. А восстанавливается тоже реально круто. Так, тут у нас опять огник. Рая выживание. Смотрю, потому что нули идут. Так, красавчики заблочили. Должны его шатать. Так, окей. Давайте еще одну попытку. Блин, ну не с кем обновляться уже. Поехали, попробуем тут. Да, тут, конечно, вариант не ахти. Нифига себе, посмотрите на ворожая. Он по нем не миссует, но тот себя отхиливает. Тот себя успевает отхиливать. Плюс 300 с чем-то к. Но миссов нету. Странно как-то. Но они по-моему попадают. Странно, странно. Вот, кстати, здесь против второй пачки было бы неплохо посмотреть. Давайте еще одну попытку на него потратим, последнюю. Попробуем вот так против второй пачки. Там есть Фрея. Мне интересно посмотреть против Фрея. В общем, не знаю, мне реально этот ворожай, ой, говорю, ворожай Зефир реально очень нравится. Просто какой-то бешеный, неубиваемый. Кто там у нас остался? Ронин, что ли? Да, Ронька, Ронька покоя не дает.
Так, смотрим. Огник, Осмо, Землеройка. Заблочили. 30-е прорывы причем. Так, ну что, убьют или нет, как думаете? Посмотрите, он себя просто отхилил на фул. Это просто пипец. Офигеть. Ему просто пофиг. Он уходит в инвиз и хилит себя за счет чарки на максимум. По 330к. 10 ударов, и он фуловый. Он их просто нагнул. Понятно, он их не убьет, но они его не смогли затащить. Остался, ну это бессмысленный бой, в общем так. Но я вам скажу, это жесть. Это просто жесть. Вот как надо зефиров сливать с инвизом. Просто ставите пачку с огненками и все пофиг. И он сам просто убивается. Вот 4 героя с огненками. И все. И он просто слился. Ушел инвиз и слился. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, реально сборка очень крутая. Мне она очень зашла. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, блин. Такой вариант... Просто огонь. Даже если сюда поставить просто вот, чтобы он маскировка не срабатывала, было выживание. Сейчас попробуем найти с Фрэнком. Стрелок. Вот если водушками попробуем запустить, хоть так посмотрим, чтобы он в инвиз не уходил. Ну, он чисто здесь за инвиза по сути отхиливается. Сколько они его бить будут, я не знаю. Что-то нереальное просто. 3 секунды, он получается неуязвим. Тоже вариант такой, что они его просто, ну, не будут пробивать по сути. Разве что будет вечный стан. Ну, посмотрите, вот просто... Не убивашка. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с прокачками. Но, как по мне, это вообще просто бомбическая связка. Он попадает полностью по всем. О, ничего себе. Нифига себе. Видали? Тут, скорее всего, героев огненки. В общем, вот так вот. Нежданчик. Нежданчик. Буду дальше тестить. Всем удачи. Всем пока.